Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Бараку Обаме, всему американскому народу, семьям и близким погибших. Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате теракта в городе Орландо. Казахстан решительно осуждает терроризм в любом его проявлении, полагая, что ничто не может служить оправданием невинно пролитой крови, независимо от преследуемых целей, говорится в телеграмме. Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.